Мы открываем новую рубрику на нашем канале. Знакомьтесь, встречайте. Отопление и баня для чайников. В этой рубрике мы будем рассматривать такие вопросы, ответы на которые для некоторых будут очевидными, а для других, возможно, станут настоящим откровением. И тему сегодняшнего ролика нам подсказали сами клиенты, которые обращаются в службу поддержки интернет-магазина Farnax.ru. И очень часто при составлении сметы на организацию дымохода возникает вопрос, зачем же нужен старт-сэндвич? Вроде бы как бы изделие не такое дорогое, но лишние 1000 рублей или там чуть меньше, как бы есть желание сэкономить. Ну, начнем с того, что если вы планируете организовать дымоход из труб типа сэндвич, то есть утепленный дымоход, то в любом случае в таком дымоходе первым модулем должна идти либо монотруба, либо любой другой элемент дымохода, который не содержит своего утеплителя. Это нужно для того, чтобы обезопасить первый модуль сэндвича от чрезмерной тепловой нагрузки. Ну, а дальше начинается самое интересное. Дело в том, что трубы устанавливаются обычно по дыму, то есть более широким раструбом вниз, а сэндвичи, которые идут дальше, они наоборот устанавливаются по конденсату. То есть внутренняя труба у нее должна заходить внутрь трубы нижней. И для того, чтобы состыковать нестыкуемое, в наших дымоходах мы используем адаптеры. Они позволяют такие трубы состыковать, то есть перейти с одной системы, то есть со стыковки труб по дыму на стыковку труб по конденсату. И сейчас как раз мы подходим к самому важному вопросу, зачем нужен старт-сэндвич. Внутренний слой утеплителя у труб типа сэндвич нужно защищать, ну, во-первых, от механического воздействия, то есть от выпадения. Если мы просто установим на трубу, то спустя какое-то время шанс того, что весь утеплитель либо высыпется, либо деформируется, очень велик. То есть фактически нам его нужно закрыть крышкой. Эта же крышка играет еще одну очень важную роль в дымоходе. Она защищает внутренний слой утеплителя от попадания влаги. Ну, например, при установке дымохода в бане. То есть, когда мы ее закрываем, мы минимизируем вероятность попадания пара воды во внутреннее пространство такой трубы. Трубы ОМК не так критичны попаданию влаги внутрь слоя утеплителя, а вот в трубах других производителей в качестве утеплителя, в которых используются минеральные маты либо аналогичный материал, они, конечно, при попадании внутрь влаги теряют свои потребительские свойства. Это важно знать. Ну и дальше сэндвич с установленным старт-сэндвичем просто устанавливается через адаптер на трубу. Все очень просто. Не забывайте пользоваться калькулятором дымохода на нашем сайте farnax.ru. Это очень удобный инструмент для примерного расчета стоимости дымохода и его комплектации. Задавайте вопросы по этой и другим темам в комментариях. Там же в комментариях пишите темы для новых обзоров, ваши пожелания. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!